Работа санитарной авиации не прекращается даже в период пандемии в Тверской области. Наши спасатели и врачи ежедневно вылетают в разные уголки региона для оказания помощи и транспортировки тяжелобольных или пострадавших в лечебные учреждения. На сегодняшний день Тверское авиационное звено МЧС России включает в себя два вертолета Ми-8 и К-32А, которые оснащены всем необходимым медицинским оборудованием. С начала года на их счету более 100 вылетов. Как отмечают в региональном управлении МЧС, экипажи воздушных судов способны спасать людей в любых условиях, в том числе садиться на незнакомые и необорудованные площадки, эвакуируют людей, работать в любое время суток. Они несут постоянное дежурство и готовы немедленно убыть в район происшествия. В период пандемии коронавируса правила полетов были несколько изменены. Стараемся ограничить число находящихся на борту. Потом одеваем противочумные костюмы. Все находятся в противочумных костюмах. И обязательно обработка бортов после вылета. Соблюдаем гигиену, меряем температуру, маски носим. Носим перчатки, то есть соблюдаем все меры предосторожности.